красавицу зовут Флориана, и она полноценная сотрудница и помощница хозяйки фотостудии. Екатерина Сергеева специально купила микропига к предстоящему Новому году. Эта свинка прекрасно поддается дрессировке, любит наряжаться и дарить клиентам позитивные эмоции. И, как известно, именно эмоции являются залогом отличных кадров. Ну и без декораций, конечно, не обойтись. В студии «Роял» съемки проходят в 7 фотозонах. Ножки мы сюда. То есть садимся бочком, ножки вытягиваем. Подсказать, как лучше повернуться или какую принять позу – неотъемлемая часть работы фотографа. В студии их несколько. Ника Крамаренко – одна из тех, кто может разглядеть изюминку в клиенте и профессионально подчеркнуть красоту. В основном акцентирую свое внимание на детях, на семьях, ну и на женщинах, которые хотят себя видеть в новом образе, в новом амплуа. И достаточно хорошо получается это сделать. На часовых съемках уже больше общения идет с семьей именно. Ты распознаешь внутренний их характер, их манеру общения в семье, тем самым раскрывая кадр. И потом они получают очень интересные, красивые фотографии, которые хранятся годами, передаются из поколения в поколение. Кстати, сейчас возвращается традиция хранения реальных, а не виртуальных альбомов. Не только свадебных, но и семейных. В студии «Роял» можно заказать любые событийные фотосессии. Фотозоны и проекты регулярно обновляются. В нашей студии большой спектр услуг. Вы можете сделать полный образ, то есть это макияж, укладки, прически и платья в прокат. Также в нашей студии есть фото на документы, печать фотографий, то есть можно сделать фотосессию, распечатать все свои фотографии в ретуши, сделать фотоальбом на заказ. Наша студия предлагает 1000 рублей в час в будни и выходные 1500. Также у нас проходят экспресс-фотосессии. Это достаточно выходит дешевле и выгодней. Пакет предложений для фотосессии разнообразен и индивидуален для каждого клиента. Предоставляются скидки. Роял Фото Бьюти гарантирует качество и позитивную атмосферу. Фотостудия находится рядом с остановкой КСМ по адресу улица Пластунская, 198А. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.